Вот первая группа находилась вот в этом месте. Ага. С нашим гранатометчиком. Ага. Танк стоял вот в этом огороде. Да. И вы по нему били, да? Да. Оккупанты находились в этих двух домах. Ага. И здесь где-то они двух убили, двух человек они убили. Да, двух гражданских. Отсюда этот такой бой был на видео. Это отсюда, да, вы стреляли? Сюда, и вот, как вы видите, примерно сколько будет? Метров 60-70, вот так. Сколько вот, один танк был, да? Сколько ты примерно провел выстрел? Перед этим, за этим. Так и мое, я вот. На следующей улице тоже еще один танк. Даже они завели, короче, сразу на эту, короче. Вот так вот, я меришься на это. Тот танк стрелял. Еще два выстрела даже сделал. Ты откуда стрелял? Я с этого, 70 метров, ну мало, 120 метров. Ну 120, ну тебе как, тебе виднее. Сколько примерно выстрелов ты сделал по одному танку? 4-5. 4-5, и сколько попало? Два точно попало. Два попало. И он подбили, да, его? Это он у нас очень стеснительный. Да, не привык к камерам. Когда группа отходила, танк горел уже. Когда? А второй танк? Второй танк это тот, который с той стороны. Он говорит, что с той стороны еще да, один. Да, вы его видели? Да, с той стороны. Ага. То есть отсюда его не видели вы, да, как и было? Когда мы заберемся чуть выше, тогда ага. Видно, мы сюда вниз не спускались. Все, понял. Понял. Все. Ну? Он хорошо отдохнул. Корби, алло. Бегай, а? Хая, снаряд, хая. А, алло, снаряд. Снаряд, отключи, алло.